В Доме культуры в торжественной обстановке в рамках республиканской молодежно-патриотической акции «Я гражданин России» состоялось вручение паспортов 14-летним жителям города и района в соответствии с целевой программой патриотического воспитания граждан Республики Дагестан на 2011-2017 годы, утвержденные главой Республики Дагестан, Управлением по делам миграции Министерства внутренних дел по Республике Дагестан. С приветствием перед собравшимися в зале выступил начальник управления по вопросам миграции Магомед Магомедов. Уважаемые гости, руководители района, города, приглашенные коллеги. Сегодняшнее торжественное мероприятие мы проводим впервые в республике. Это первая ласточка республики, которую мы будем продолжать и проводить вручение российских паспортов выездом на места. То есть сегодня Хасердусу районе, завтра, послезавтра, городских школах и других населенных пунктов. Целью проводимого мероприятия является популяризация государственных символов Российской Федерации в молодежной среде и формирование у молодых людей уважительного отношения к паспорту, основному документу гражданина России. Почетными гостями праздника стали исполняющие обязанности главы Хасавюрта Каргали Кургалиев, который отметил, что этот день останется в памяти у ребят. Они смогут своими делами и поступками прославить свой город и район. В продолжении выразил слова поздравления юным гражданам России. На мероприятии участие также приняли глава администрации муниципального образования Хасавюртовский район Джамбулат Салавов, а также начальники управления и ведомств. Вы уделяете огромное внимание для воспитания, патриотического воспитания молодежи, остальные участия, вручая им торжественные обстановки. По словам организаторов, акция «Я гражданин России» в Дагестане прошла впервые. В планах у руководства Министерства внутренних дел по Республике Дагестан проводить торжественное вручение основного документа гражданина на систематическом уровне. По завершению торжественного мероприятия по вручению паспортов прозвучал гимн Российской Федерации. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».